те аптечки, которые передали братья Кличко, которые купили за свои собственные деньги, сейчас вот находятся на тренировочной базе и будут проходить тренинг для 2000 человек. Братья молодцы, спасибо вам огромное, настоящие граждане-патриоты, сделали очень большое дело. Мы сможем тренировать около 2000 человек, фактически это возможность спасти около 2000 человек. Данная аптечка очень хорошая, известная американская фирма North American Rescue. Содержит практически все, что необходимо. Тренинг будет проходить в течение недели. Лучшие тренеры компании Reago Украина приехали сюда. Тренинг будет проводиться в условиях, приближенных к боевым, с имитацией боевой обстановки и боестолкновений. Были ранены, живые, но умерли. Сейчас у них 1% всего умирает. Это в людях это до хера, это очень много. И мы стараемся сделать так, чтобы у нас то есть эта система работала. Это первое. Во-вторых, ее главные принципы это простота, простота. Единственное, чтобы она, вы не должны думать, что вы делаете. Вы должны думать там о чем угодно. Как там убить дальше врага, куда стрелять, куда стоять. Эти вещи, теории, вы должны делать отлично, не думая. Мы сегодня вам выдадим механизм, а вы потом будете на своих тренингах отрабатывать его там постоянно. Это как цепной бой. За один день никто никого не может научить стрелять. Из автомата там... Нет, стрелять, да, попадать только на земле. Условно, все наше нахождение на войне мы разбиваем на три больших зоны. Три части таких. А для легкости, мы их будем метить цветами. Красная, желтая, зеленая. Красная зона, это зона непосредственно огневого контакта. Это зона, в которой по вам стреляют, в которой произошел подрыв, атака, там, все что угодно. То есть там, где вам грозит непосредственная угроза. В этой зоне мы будем вас учить, как делать только самые-самые важные вещи. И больше не делать лишних вещей. Потому что любая лишняя вещь на поле боя, она опасна в первую очередь для вас самих. Вы отвлекаетесь на нее, и можете или маслину получить, или
или две. В желтой зоне, мы, эта зона условно за углом, да, за укрытием, там, за бетером. Мы в ней, уже можем наложить повязку, затампонировать рану, расскажем как. Да, смотреть пациента, заклеить грудь, если пробита, вставить игру и тому подобное. Это в желтой зоне. И зеленая зона, это то, зона так называемой тактической эвакуации. Мы вам расскажем, как можно легко или не очень легко вынести товарища в одно рыло, там, двоих, тремя. Это, в принципе, все. Вам больше знать ничего не надо. По опыту многих месяцев боев, которые сейчас проходили и проходят, ребят, есть пацаны, которые пишут и звонят, и говорят о том, что спасибо, что вы меня научили, спасибо, что у меня была аптечка, спасибо, что я себе оказал помощь до прибытия медиков, спасибо, что я себе остановил кровь, как бы, кровотечение, и я жив. Ребят, пускай вы просто-напросто умеете ей пользоваться, знаете, что в ней находится, пускай она у вас просто будет и никогда вам не пригодится. По большому счету, между жизнью и смертью стоит такой небольшой вот квадратик из кордуры, набитый всякой фигней дорогущей, но без знаний это абсолютно бесполезная штука.